В ней приняли участие министр правительства области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, член общественной палаты Московской области, архитектор Илья Заливухин, а также победитель конкурса прошлого года. Напомним, что им стал житель Щелково Никита Ткачев, который вдохновился чемпионатом мира по футболу и изобразил нашего знаменитого вратаря Игоря Акинфеева на территории городского детского стадиона на Дальнем Воронке. В этом году конкурс посвящен культурному наследию Подмосковья и приурочен к 90-летию Московской области. Надеюсь, что эта тема вызовет живой интерес у художников. Со своей стороны хочу отметить, что губернатор Московской области всегда к этому относится с большим вниманием, потому что это и вовлечение молодежи в социальную активность, потому что так себя ребята выражают. Во-вторых, это уже, конечно же, искусство. Вот тема на самом деле очень интересно выходить художникам из тени, обычных заказов, переходить к конкурсам, которые помогают развиваться, проявлять себя, дают некую свободу для самовыражения. Уже сейчас начался отборочный этап. До 12 мая можно подать анкеты с эскизами, затем определят финалистов, а с 27 мая по 9 июня ребята смогут нанести изображения на стены городских улиц. Итоги конкурса подведут до конца июля.